Потому что здесь 80% разрушения. У нас лично дом сгорел до основания. У нас документы, паспорта и все. Больше ничего нет. Пережили ужас, страшный ужас. Сильные бомбежки. Газа нету, воды нету, света нету, связи нету. В общем, живем как в яме. Разные станции стараемся слушать, ну, чтобы как-то сопоставлять, что как происходит. Ну, а больше источников информации сейчас, ну, сложно с этим. Интернета нет, света нет.